главный редактор газеты, сейчас ныне он покойный. Вот такой мужик. Он заходит ко мне в кабинет. Я сижу, он приходит. Я Миш, тебе, я говорю, чего? Вот такая вот песня есть. Мне прочитал. Положишь музыку? Положу. На третий день ему звоню, говорю, Владимир Иванович, приходите ко мне. Приходит, с гармошкой сижу. Все, вот, пожалуйста. Да, да, пойдет, и все, и пошли. Не рай уже. Вот это Белобок сорока моя. Белобока сорока моя. Частички Руси.